Приветствую вас, дорогие зрители. У микрофона Григорий, и мы начинаем играть в игру DayZ. Версия 0.60. И это новый сезон. Так, 15 секунд до спавна. Сейчас посмотрим, где нас бросит. Ничего не знаю, нажал play. И куда-то на какой-то сервер нас закинуло, не знаю, что тут. У нас сейчас будет сцен ряди. Давай, заходи. Давай, 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 давай. О, красота, как всегда. Да, где мы появились? Так, башкой вертит, а ходить не хочет, что ли? Не, хочет, нормально. Так, о. Отлично, сейчас даже пока не разбираюсь, где я нахожусь. Сейчас первым делом добудем камень. Так, посмотрим. Да, как раз меня бросило тому месту, где можно откопать камешки. Так, ну, найди чего-нибудь. Что ж ты ничего найти-то не хочешь? Посмотрим. Ничего нет. Ну давай поищем здесь. Вот тут. Что это у нас за городок-то? Березина, что ли? Сейчас узнаем. Ничего не нашел опять. Так. Ну давай, друг. Что ж ты меня подводишь-то? Давай здесь поищем. Честно, с чем связано вот исключительно вот это... Возможность что-то найти на земле или на кусте. Слушайте, не узнаю вас без грима. Что это за местность-то? Да, я знаю, что я чувствую голод. Он мне сообщает. Я все пытаюсь понять, что это такое. Вот вроде большие домики. Давай еще, все, последний раз. Если не находишь, я пойду вон в тех домиках искать. Ай, ничего не нашел. Придется искать в тех домиках. Ладно. Заодно сориентируемся сейчас, где мы находимся. Так, похоже на Березина, конечно. Не знаю, что это вот тут вот. Да вроде оно и есть. Так. Конечно, я тут в открытую побежал к этим зданиям. Там очень хороший способ снять меня в тир поиграть. Но мне сам терять нечего, поэтому, собственно, бежим по прямой. Сразу забежим вон в те гаражи, которые я вот вижу спереди, потому что там мы найдем какую-нибудь одежду. Вот, а там дальше уже решим, что делать. Хм, или это какой-то новый микрорайон построили, который я не видел. Или одно из двух. Вот, конечно, та промзона, она может быть чем угодно. Но это точно вроде не электрозаводск, потому что он по-другому выглядит. Так, глянем, что здесь у нас. Мешки химической защиты. А что тут? Ничего, да? Не хочет нас игра ничем радовать. Так, ну ладно. Пойдем тогда дальше. Так, вот, что-то валяется. Тут у нас кепочка. Ну, давайте кепочку возьмем. А, мешок, отлично. Для начала это самое оно. Что тут у нас? Металлическая проволока. Что мы с ней можем сделать? Да ничего мы с ней, по-моему, сделать особо не можем, кроме как ловушку для кролика сварганить, но... Так.
Что здесь? Фара. Лампы для фары. Ну, сейчас нам... О! Спасибо, что подкинули мне попить. Да, вовремя, конечно. Так. Осмотрим эту Волгу. Ничего в ней нет. Вроде особо ничего нет. Так, еще проволока, кажись, да, еще колесо. Да, я представляю, как это колесо на килограмм 80 или даже 100, наверное, весит. Его взять-то нереально. Еще один мешок. Что-то много тут мешков у меня. Давайте попробуем вот здесь сейчас добыть еще раз камень. И сделать из него нож каменный. Но что-то мне, видите, не везет. Не хочет он находить ничего. Сейчас зато если найдет, сразу в руку положит. Не, ничего нет. Давайте вот тут поищем. Интересно вот так вот зайти через какое-то время в игру и даже не узнаешь места. Ой. Как-то мерзко тут альфа на сетке на этой сработала. Так, красные... Красная рубаха. Жакет спортивный, да? Мы можем его взять, кстати. Никто, наверное, еще в этой игре не одевал красного жакета. Такого палевного. Ну что, будем первыми. Так, вот в таких сарайчиках можно найти что-нибудь полезное точно. Вообще школа, конечно, да, мощно здесь. Чусе. Вот это удача. Протектор кейс. Давайте туда пока все сложим. Конечно, сколько он... А, он, кстати, занимает очень много. Поэтому без рюкзака я его не смогу носить. Но зато я его могу пока взять сюда, в руку, и спокойно с ним дополнительный инвентарь использовать. Но я так не буду делать, потому что это тоже такое палево. Это очень ценная вещь, все ее любят. Поэтому мы ее сейчас спрячем где-нибудь. А, вход у нас тут, вот в здании. Так, где бы ее спрятать? Всегда в этих зданиях редко что можно найти. Так. Ладно, наверное, я здание упрятать не буду, потому что тут потом в этих этажах не найдешь. Вот, а где-нибудь вот тут вот можно. Или где-то заметное, чтобы было. Место. Стадиончик, я смотрю. Сейчас где-нибудь его положим. Так, что там, сарай? Здесь посидим немножко, камни опять поищем. Нет камней. Ну что, тут все камни, что ли, нашли? Вот уж странная вещь. Ладно. Так. Что-то лучше шапочку оденем.
Не, шапочку оденем, а не положим в карман. Так, ну что тут у нас такое-то? Ничего нету, да? Положу вот здесь этот кейс. Потом заберу. Не видно его особо. Ну и вообще не видно. Отлично. Давайте сейчас слазим вот в эту школу. Эта школа у нас. И в ней, я думаю, найдем нормальную одежду. Тогда для начала забежим вот туда. В этот вот сарайчик. А, это КПП типа. Че, пройти тут нельзя, что ли? Ой. Это печаль. Когда нельзя пройти вот в подобные места. Так, что у нас тут есть? Ну, здесь дезинфекция. Пенифрин. Всякие. Так, это все не надо. Пока. Да я вообще не знаю, когда это понадобится. Так. Зайдем вот в дом. В доме пусто. Я вижу. Совсем. Не, ничего нет. Так, сарай проверим. Да, это что-то новое явно. Вот яблонь есть, кстати. Давайте поищем яблок на ней. Может быть, хотя бы закусить будет чем. Пока скудный инвентарь, который мы нашли. Главное не забыть, где мы оставили этот контейнер. Он хорошая вещь, защитный. Не, ну смотрите, даже яблочку не найти. То ли тут все объели, то ли их тут нет, непонятно. Не сезон, что ли? Не хочет. А живот, говорит, урчит у него. О, другое дело. Ну хоть яблоко. И то хорошо. Может, еще одно найдется. Так, отлично. Второе яблоко. На первое время должно хватить. Положим сюда лечение. На этой яблоне уже вряд ли стоит что-то искать. А вот тут вот еще, наверное... А, это не яблоня. Что-то другое. Ну и дом заодно, кстати, проверить надо. Так. Все чисто, начисто вычищено. Зря я сейчас сюда пошел, потому что лучше бы, наверное, все-таки в школу пойти. Я думаю, так и сделаю сейчас. Так вот это досмотрю. Нет тут ничего. Не. Все украдено до нас, как говорится. Так, по-моему, здесь где-то был вход. Вот этот вот.
Хоть что-нибудь тут есть, я надеюсь. В этой школе. И как раз вот спортивный зал, у меня как раз спортивный костюм. А, опять эта кепка. Так. Странная, конечно, компоновка этого здания. Обычно здесь куча всегда шматья всякого валялась, какие-то штаны вечные. Сейчас нет, что ли, ничего, ничего не понимаю. Опа. Оно неправильно отсекается. Неправильно работает кулинг. Да. Читерство, однако. Чувствую, ничего тут нет. Где-то курица еще куда, что-то непонятно. Может, она вообще провалилась сквозь пол. Думал, что-то на столе лежит. Где стоит эта спинка стула? Ну, судя по всему, да, зря я сюда, конечно, пошел, но кто знал. Должно быть все. Всегда здесь все было. А теперь тут вот. Ничего нет, да еще неправильно рендерит картинки. Так, девочки-мальчики, туалет. Налево-направо. А мне надо хоть что-нибудь найти. У меня даже одежды нет нормальной. Да, друзья, здесь, я смотрю, особо не разживешься. Ничего. А, это что? Ничего себе. Вот это мне надо, да. Так. Вовремя я, конечно, нашел рюкзак. Ладно. Значит, все-таки что-то есть тут. И это радует. Ладно, пойдем тогда отсюда. Там вон магазин на той стороне есть. Надо заодно забрать этого. Контейнер мой. Правда, без оружия тут бегать, конечно, не очень безопасно. Либо уж ввели ту выносливость, чтобы тут совсем ухардкорить все. Это немножко не хватает, честно говоря, сложности. И, собственно, сложность в тех игроках, которые обзаводятся лутом. Бегают как эти по карте туда-сюда и всех выносит. Такое развлечение — всех выносить. Расстреливают без суда и следствия. Ну да, времена такие, военные положения типа. Вообще в этой игре, конечно, часто
бывает как все работает по принципу, кто первый заметил. Особо здесь мастерство-то заключается в том, что почаще башкой вертеть по сторонам. Поэтому кто первый заметил, того и тапки. Я имею в виду во всех смыслах. Заметили вы игрока первым, убили его, лут ваш. Так, что у нас тут ботиночки? Эти ботиночки мне не нужны. Далее посмотрим. Спички. Ну, спички тут пригодятся. Так, а тут у нас что? Бомбер. Бомбер-джакет. Так, это мне не надо уже. Тоже неплохо, куртка. Вот тут не ясно, что. Есть нечего. Так, есть ли что? Нет ничего. Так, рубашечка. Похоже на то, что здесь кто-то уже... Так, что это я там вижу? Топор. Тут не только топор. Тут он и очки есть. И смотрите, как быстренько я тут залутался. Главное, чтобы сейчас меня быстренько так же тут и не сняли. Что, магазин? Острого калибра? Обалдеть. Для спортера. Неплохо. Так, попробуем этот сделать. Ну, я взял вот эти гвозди. Попробуем сделать биту. Если появится где-нибудь биту шипастую. Так, вроде тут ничего нет. Так, куда дальше-то? Еды нету, друзья. Вот рюкзак даже нашелся, а есть нечего. Патроны даже. 7 патронов к спортеру нашел. С рожком. Зданиях, конечно, тут замучаешься бегать, искать что-либо. Требует, конечно, выносливости определенной. Да, что это такое? Это средство очистки воды. Пригодится. Еще, кстати, следует заключение, что вряд ли здесь особо что еще есть. Потому что кое-что нашел уже. Все это не то. Че, палатка, что ли? Че себе палатка для этого? Для авто. Ничего, я только в руки могу взять. Так, ну пусть у меня будет палатка для авто еще в руках. Еще разложим где-нибудь. Посмотрим, как она выглядит. Так. Толк от этой палатки только. Машины прятать. Конечно, хорошо, но какой-то, по-моему, перебор. Просто бы сделали бы камуфляжной сеткой, накрыл бы ее и все. Так настоящий камуфляж, а то тут-то никакого на самом деле камуфляжа нет. Из-за особенностей игры на больших расстояниях весь смысл там стелса и всего пропадает, потому что совершенно по-другому
нежели вблизи рендерится картинка, из-за этого, ну, как бы, так, а вот тут уже другой тент, я так понимаю. Чё себе, тут одни палатки, смотрите. Это просто палатка, вот это мы прихватим, пожалуй. Да, вот это я могу даже взять. В общем, из-за особенностей движка этой игры рендерится тут на разных расстояниях по-разному. Поэтому прятаться, например, в траве на большом расстоянии бесполезно. Травы видно не будет, а вы будете заметны очень хорошо. Поэтому лучше... Тут система выживания, это, конечно, движение. Чем больше двигаешься, тем лучше. Так, топор у меня с собой, да. Да, тут прям здание палаток, обратите внимание. Кстати, надо запомнить эту штуку и осматривать вот эти вот балконы. Можно издалека прям. То есть, посмотрел. Так, не помню, здесь-то я был. Где-то ты палатку-то эту бросил. Здесь, что ли, где-то? Нет. Короче, их можно издалека прям осматривать, эти здания, балкончики, раз там палатки спавнятся, и выискивать их. Так, тут вроде тоже ничего нету. Не знаю, был тут, не был. Пока ничего не вижу. Да и вообще надо убираться из этого микрорайончик, потому что профит реальный от этого практически никакой, а время тратится вот на беготню по этим квартирам. Тут можно, конечно, что-то найти, но видите ли, вот палатку, да, но она вещь хорошая, но она нам не очень нужна. Так. Вот сейчас я думаю выйду вот до этих деревьев, там перейду вот туда куда-то. Наверное, это все-таки березина, так понимаю, измененная, потому что что-то я совсем тут не узнаю ничего. Все, ладно, не хочу больше тут сидеть, томительно слишком. Так, а мы спускаемся вниз. Покидаем это здание, быстренько перемещаясь дальше. Причина того, что здесь ничего нет, может быть как раз в том, что здесь большой трафик. И просто все уже собрали до нас. Так, здесь такое живописное место. А, там пикник, место для пикника. Заглянем в этот сарай. Или что это там, озеро какое-то? О, да, озеро, смотрите. Да что ж такое-то, ничего нет. Так, вот сюда перейдем. Поближе. В укрытие, как бы. Так, и вот тут вот у нас что? Так. Вода, отлично. Рация. Так, а вот это что такое? А, это у нас... световые палочки. Так, кастет. Так, ну с холодным оружием проблем пока нет вроде. Вот. Поэтому давайте продолжим
движение. Теперь вот к этому зданию. Так, есть рюкзачок, а в нем консервы, отлично. Давайте, наверное, сразу выпью. В принципе, тут нам неплохо сейчас везет в этом плане. Так, что хотя бы консервы нашли. А вот давайте-ка вот это заберем. А, я думал, под ним еще что-то лежит. Звуки какие-то странные. Опять сейчас, наверное, пристрелят меня. Как обычно бывает. Из-под тяжка. Так, что тут подлагало. Так, ну давайте яблок хотя бы поищем немножко. Может быть, повезет. Не, пока нет. Так, нашел что-то. Хорошо. Отойдем, съедим. Где оно? Вот. Покушаем. Не, пока изменений никаких у меня в этом, в состоянии питания. Давайте продолжим поиски каких-нибудь припасов. Ну, в общем-то, хоть что-то попадается, конечно, это хорошо, но количество этого всего минимально пока. Патроны 380. Это у нас Макаров. Так, что у нас с этим? Ворн, а этот? О, обмен. Куда он, кстати, делся? Интересно знать бы. А, ко мне попал. В карманы. Ну, в общем, это, конечно, фигня все пока для нас. Нам бы... Нам бы что-нибудь посущественней. Потому что мы только начали. Но будем на том, что есть, держаться. Пусто. Очень странно, что так много здесь домов без всего. Так, давайте еще попробуем тут взять что-нибудь. Пару-тройку раз достаточно осмотреть яблоню. Больше как бы не стоит, в принципе, смотреть. Скажем, разом все меньше и меньше шансов на каждую яблоню выпадает. Ну, 3-4 можно. Ведь на последний все вот раз. А риск замеченным быть, кстати, велик при этом. Нет, ничего тут нет. Пойдем вот к этой. Встали вот так к заборчику, чтобы не видно было. Более-менее. И нормально. Так, ничего нет. Удивительно. Удивительно, да. Интересно, может, это, конечно, зависит не от яблок, не от количества яблок, которые ты уже нашел. Все
все последний раз сейчас проверим. О, видите, что-то повезло нам. Так. Чё это не... А, яблони. Давайте здесь тоже поищем немножко. О, два яблока есть. Ну, бывает иногда, что парочку можно найти. Вполне. Поэтому можно спокойно продолжить. Так, еще пару раз. Не, ничего нет, пойдем отсюда. Так, посмотрим, что здесь есть. Видите, у нас даже патронов немножко нашлось. Так, здесь что? Пусто. Так, ну, теперь можно спокойно перекусить яблоками. Да, видок, конечно, забавный. Хоть сколько-то нам сохранит эта энергия. Так. Будем надеяться, что повезет здесь где-то лучше нам. Так, скотч. Не знаю ничего про скотч. Сковорода. Теоретически ей можно драться, но... Практически. Практически особо ее вроде только для готовки можно использовать. Но никогда, по-моему, я не готовил на этой сковороде. Это жарить можно мясо. Слушайте, я до сих пор не определил вот стопроцентную гарантию, где я нахожусь. То есть настолько тут все ново и непривычно, что скорее всего это, конечно, Березина, но... Давайте-ка вот это оденем. Это защитит нас от всяких вот таких рычащих вредных созданий. Так. Так-так-так. Чё, звук плавает со всех сторон, не поймешь, где на самом деле кто. Так, это у нас шапка. Здесь, значит, у нас появились зомбари. Тут ничего, да, ценного? Ничего ценного. Так. Перейду вот сюда. Вот это здание сельпо. Так называемого сельского магазина. Может, здесь нам тоже что-то обломится. Больше похоже на то, что просто здесь даже лут особо не резается. Поэтому... Слушайте, ну вот... Звук вообще со всех сторон. Сейчас. Так. Мне нужно сейчас отсюда быстренько вот куда-нибудь уйти. Например, вот сюда. Что-то у нас топорик поврежденный, а у нас ворон, да? Но нормально. Так, и на этом
Эта серия, друзья, подошла к концу. Это был DayZ 060 и забег, первая серия забега нового сезона. С вами был Григорий. До новых встреч. Пока.